Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Получила заказ на выполнение ободочка для молодой ведьмочки на Хэллоуин. Заказчица увидела это фото на просторах интернета и попросила меня повторить. Заказывать такое украшение она не стала, потому что цена достаточно высокая, плюс платная доставка и сроки ожидания достаточно длительные. По фото понятно, что работа несложная, поэтому я с удовольствием приступила к работе и начала свой ободочек с изготовления розочек. Для роз я взяла иранский фоамиран толщиной 1 мм, для листьев глиттерный фоамиран толщиной 2 мм. Для лепестков нарезала квадратики со сторонами 4 на 4 см в количестве 19 штук. Каждый квадратик сформировала в форме капельки и обработала на утюге. Далее все лепесточки собрала в розочку. Диаметр каждого цветка получился 7 см.
Из заготовок 2,5 на 5 см сформировала листики и приклеила их к цветочку. Двухстороннее кружево шириной 4,5 см собрала в складку и приклеила к металлическому ободку. Коэффициент сборки складки 1 к 3. Объясняю, девочки, что это значит. Это значит, что мне на длину ободочка в 37 см понадобилось кружево 117 см. Как собрать такую складочку, я уже неоднократно показывала. На этом подробно останавливаться я не буду. Кому интересно, девочки, зайдите, посмотрите, ссылочки оставлю в описании под этим видео. После того, как я зафиксировала все кружево, оставляю в покое до полного застывания клея. Затем вклеиваю розы и стразовый декор. Для того, чтобы работа была опрятной, чистой и аккуратной, я вырезаю из фоамирана толщиной 1 мм кружочки основы диаметром 3,5 см. Вырезаю фигурными ножницами. Если нет фигурных, не страшно, можно вырезать обычными. Если нет фоамирана, для этих целей можно использовать фетр, подходящий по цвету. Thank you.
И вот такой восхитительный ободочек у меня получился. В принципе, на этом можно было остановиться. Но я решила сделать небольшие акценты с двух сторон в виде вот таких вот потрясающих черных бабочек. Бабочки приклеила на клей-момент прозрачный гель. В центр каждой бабочки приклеила стразы красного цвета диаметром 5 см. И вот такой потрясающий ободочек на Хэллоуин у меня получился. Знаете, смотрю я на него и думаю, что ведь его можно использовать для повседневной носки, если вы действительно любите такие украшения. Почему бы и нет? А если поэкспериментировать с цветовой гаммой, то это просто универсальное украшение для любой взрослой девочки или солидной леди. И шикарное украшение прически для фотосессии. А на этом мой мастер-класс плавно подошел к своему логическому завершению. С вами надолго не прощаюсь. Всех люблю, всех целую. Всегда ваша Чернова Юлия. Всем добра и удачи. Берегите себя и своих близких.